ar savu ģimeni. Tā ir ukrainiete Latvijā, kura izstāstīs par savu ikdienu, izstāstīs mums, kā viņa dzīvo Latvijā, vai viņai patīk un kas ir nepieciešams. Tuvākajā laikā uzdosim visus jautājumus, kuri mūs interesē. Natalija, cik ilgi jūs jau dzīvojat Latvijā un ar ko jūs šeit nodarbojaties? Мы приехали в Латвию в марте. Ну, нужно понимать, что мы приехали как бы не в гости, да, и когда мы сюда приехали, то можно было сказать, что мы приехали просто, ну, как бы это банально не звучало, поспать. Потому что наша дорога была очень длинная, долгая, бессонная. Это было очень сложно, несколько суток. И когда на границе мы думали, куда нам ехать, нам показали, мне прислали фотографию, что вот латыши предлагают место. Нам приготовили комнату, и я увидела эти кровати, увидела этих детей, спящих в волонтерских одеялах. Сказала, да, мы едем туда. И вот эти люди взяли нас за руки. Так сказать, мы сонные, беспомощные, не выспавшиеся, как котята, мы ничего не понимали. Они нас взяли за руки, и как-то вот мы смотрим, у нас уже паспорта, какие-то пособия, да. И когда нам приходили какую-то помощь оказывали, мне казалось, что нам не нужно это, мы нормальные, мы не нищие, мы не немощные. И потом как-то спустя время я так, что я умею делать? Я вспомнила все свои образования, да, психолог, массажист, бьюти-тренер. И таким образом стали появляться люди, которых я консультировала. К нам приехал из Германии друг, он реабилитолог, чудеснейший человек, который умеет очень сильно помогать людям. И таким образом у нас стали появляться здесь люди, которым мы оказываем помощь. Даже ваши профессиональные спортсмены, да, которые показывают сейчас ух, результаты, это так приятно, здорово. И вот чем мы и занимаемся вот здесь теперь. И теперь я спустя время смотрю на тех людей, которые нам помогали, и понимаю, что да, мы были действительно беспомощные, мы были действительно как слепые котята. Вот. Но сакам бием отбраукуши. Cik vienkārši tas skanētu, bet izgulēties, jo, kad mēs stāvējām uz robežas, un tas bija marta sākumā, mēs nezinājām, uz kurieni mēs brauksim, tad mums parādīja tādu speciālu lapusi, kur bija rakstīts, ka Latvija uzņem cilvēkus, ka tur tiek sniegta palīdzība, un tad uzreiz mums parādījās blakus cilvēki, kas sarūpējuši mums istabu, un parādīja mums, kādas mums būs gultas, kur mēs gulēsim, kur mēs dzīvosim, un tajā laikā man šķieta, ka mēs neesam jau tik bezpalīdzīgi, ka mēs jau varētu kaut kā tikt galā ar tām problēmām, un tā laika pa laiku šie cilvēki ir parūpējušies par to, lai mums parādītos dokumenti, lai mums atrastos dzīves vieta un nodarbošanās. Un arī tajā laikā es atcerējos visas savas izglītības, ko es mācījos, ka es esmu psiholoģi, skaistumkopšanas trenere, masiere. Un tad vēlāk pie manis vēl atbrauca draudzene no Vācijas, un tad mēs sākam nodarboties ar masāžu. Un tagad mēs arī rūpējamies par sportistiem, mēs jau redzam šos rezultātus. Un tad jau, kā pagājušies laiks, es saprotu, ka jā, tomēr mēs bijām toreiz bezpalīdzīgi, kā mazie kaķi. Kā jūs braucāt, vai jūs braucāt ar savu mašīnu un no kādas pilsētas, un kad jūs sapratat, ka ir jābrauc prom? Edvard запитує, як ви саме добралися, чи виїхали своєю машиною, коли ви зрозуміли, що треба виїжджати з країни? Кстати, это самое сложное место, где нужно решиться именно выйти. Выйти из квартиры, из своего места, где казалось бы, что стены тебя защищают, и хотя бы в тебя не попадает то, что может попасть, да? То, что летит с неба. И когда ты сидишь в своем коридоре за этими стенами, и тебе кажется, что они как-то тебя охраняют. И решение все-таки выехать и добраться куда-то, хотя бы на вокзал, да, для того, чтобы выехать. Нет, на машине мы не могли себе позволить. Мы ехали на поезде, это было несколько суток, мы на вокзале, в толкушке стояли несколько суток. Поезд, конечно же, все было стоя, это... Вагон там загорелся, это уже как в страшном каком-то сне, да? Мы ехали около, наверное, трое суток, может быть, больше, я уже не помню. Он на каде спился это? Из какого города? Из Харькова, мы ехали из Харькова. Когда мы живем возле площади, когда на площади ракета попала на площадь, когда уже стекла совсем уже, да, начали дрожать, ты понимаешь, что нужно просто, ты сидишь, у меня
четверо детей, да? Я четверо детей, и ты не думаешь о себе, ты думаешь о безопасности детей. И вот единственное место, вот это то, что это как пинок под попу, что ты должен ехать. Все, срочно, просто думать о безопасности. Не куда-то, а оттуда. Вот это важный момент. Visvarīgākais bija pieņemt lēmumu tiešām iziet ārā no savām mājām, jo psihoemocionāli šķiet, ka tieši tur tu esi drošībā un ka tas pat sienas tevi sargā, bet mēs braucām, jā, vairākas dienas, mēs braucām nevis ar mašīnu, bet ar vilcienu, un tas bija vairākas dienas, un Natālija izstāsta par to, ka tas bija tā kā kaut ko tā traģiska un dramatiskā filma, jo vagons, kurā viņi ir braukuši, aizdedzinājās, un viņi brauca stāvot, jo nebija tādu parasto vietu, un arī izstāsta par to, kā pieņemt šo lēmumu, ir ārkārtīgi svarīgi, jo visu pirms Natālijas kundze domā par saviem bērniem, četri bērni, un tad rūpējas par viņu drošību, un viņi dzīvo Harkivas pilsētā, tieši pilsētas centrā, netālu no galvenā laukuma, un kad jau tur trapīja krievu raķete, un kad jau dzīvokļi nebija stīklu logos, tad jādi jau bija pieņemt šis svarīgākais lēmums tomēr uzdrikstēties un braukt prom. Sakiet, kā bērni varēja izturēt šo ceļu? Kā bija iespējams nostāvēt? Ну, на самом деле, для меня это все конкретно было довольно-таки сложно и психологически, и физически. Из-за больных коленей мне было очень сложно долго стоять. Ну, прям там целый день довольно сложно, таким физическая нагрузка такая. Ну, не совсем просто, было много слез, но я считаю, что я достаточно быстро после этого восстановилась. Не до конца, конечно, до сих пор остался какой-то осадок после этого. Мне до сих пор периодически сложно стоять в очередях, все такое. Ну, то есть психологический осадок какой-то остался, и правда. Jā, man bija grūti gan psiholoģiski, gan fiziski, jo meitene izstāsta, ka viņai esot problēmas ar ceļiem, tādējādi viņai bija ļoti grūti stāvēt visu šo ceļu. Un arī tagad meitene ir psiholoģiskās problēmas, kad viņa stāv rindas veikalos, piemēram, ir ārkārtīgi grūti, jo šis rūkstums ir palicis. Un arī fiziski meitene saka, ka jā, jau atjaunojas, bet tomēr ir arī fiziskas sēkas pēc tādā braucienā. Kas ir tās mantas, ko jūs paspējāt paņemt līdzi un kā var izvērtēt šādā brīdī, kas būs nepieciešams? Когда мы жили в коридоре, да, скажем так, нам повезло, что у нас сталинский дом и толстые стены, да. У нас всегда было наготове, чтобы выбегать в бомбоубежище, сумочка. Там лежало печенье, запасные носки, дополнительная какая-то обувь, чтобы не промокли ноги, да, если промокли, то запасная. И как куртка и шапки, и перчатки. Это базовое. Ну и, конечно же, документы. Вот и все. Natālijas kundze izstāsta, ka viņi dzīvoja tajā laikā pēdējās tas dienas koridorī, jo viņiem ir Staļina laikā māja, kur diezgan tādas biezas sienas, bet tomēr viņi dzīvoja koridorī, un jau tajā laikā viņiem bija sagatavota tādā trauksmes somā, kas stāvēja blakus, lai varētu jebkurā brīdī roties bumba patvērtnē. Un Natālijas kundze izstāsta, ka tur bija dokumenti, zeķes, arī rezerves apavi, kā arī bija bērniem cepures, šalles un cimdi. Un principā tas ir arī viss, viņiem bija tajā somā. Un jautājums bērniem, vai jūs esat iekārtojušies Latvijā, vai jūs turpinat mācīties Ukrainā attālināti, ja varbūt jau ejat uz kaut kādu Latvijas skolu? Ar ko jūs nodarbojaties šeit Rīgā? Ну, мы продолжаем обучение в украинской школе дистанционно, но также мы ходим в латышскую школу, потому что мы понимаем, что мы живем в этой стране, нам нужно учить этот язык, и нужно хоть как-то быть причастным к этому образованию. Поэтому мы как-то стараемся объединять это все, учимся в украинской и латышской школе. Puika izstāsta, ka viņi turpina mācīties attālināti Ukraiņu skolā, bet te pašā laikā arī apmeklē Latvijas skolu, saprotot, ka viņiem ir ārkārtīgi svarīgi integrēties šajā izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā, un tad iet bērniem veiksmīgi izdodas apvienot gan Ukraiņu, gan Latviešu skolu.
Vai jums Ukrainā ir palikuši draugi un vai jūs ar viņiem sazināties un zināt, kā viņiem tur klājas? Ну, конечно, расстояние очень влияет на общение. Достаточно трудно удержать было некоторые там дружеские связи, да. Ну, да, поддерживаем общение, но это очень трудно на самом-то деле. У меня есть подруга, я к ней приезжала даже в Германию. Родители это поддержали, я им очень благодарна. Ну, да, как-то поддерживаем общение, но все-таки трудно. Vai tev izstāsta, ka ir ļoti grūti nodibināt un turpināt šo komunikāciju attāluma dēļ, ka attālums ļoti ietekmē viņu komunikāciju ar draugiem, bet te pašā laikā viņi turpinā komunicēt un pat brauc ciemos pie draudzenes uz Vāciju un pateicās vecākiem par tādu iespēju, kā atbalstījuši bērnus pieņemot tādu lēmumu. Bet tomēr, protams, ka attālums ietekmē bērnu komunikāciju ar draugiem. Vai pēc pārdzīvotā var mierīgi gulēt? Кстати, вот насчет того, как поначалу дети, да, если они приходили в школу, и вы, латыши, вы не представляете, какие вы гостеприимные, какие вы теплые и добрые. Когда Машенька пошла в школу, дети приготовили ей целый пакет с письмами. Они встретили так, они писали, кто на каком языке, кто что смог. Да? Было так гостеприимно. И когда хлопали дверью, она всегда приседала. Да? Ну, такое, на любой шум мы все падали на землю. Это нормально, да. И дети вот стали как-то аккуратнее, они стали там двери спокойнее закрывать. Вот, то есть, да, есть. Natālas kundze izstāsta ne visai par to gulēšanu, bet par to, kā bērniem klājas sākumā, jo skola sagaidīja kopumā bērni ļoti silti un sagatavoja Marijai veselu maisu ar vēstulēm dažādās valodas, lai atbalstītu meitini šajā jaunajā klasē. Bet tajā pašā laikā, kad bija kaut kādi trokšņi, viņi uzreiz krita zemē, nu tā kā refleksa jau izveidojas. Un pēc tam bērni latviešu skolā bija tik saprotoši, ka viņi pārstāja trokšņot un izdot kaut kādas tādas skaņas, lai cilvēkiem nerādīt papildu stresu, bet kopumā Natālijas kundze uzsver, ka latvieši ir ļoti silti, viesmīlīgi un ļoti atbalsta cilvēkus. Un galvenais, ka ir ļoti saprotoši, ka cilvēkiem ir šī posttraumatiskā reakcija uz trokšņiem. Es vēlos pajautāt bērniem, ko viņi vēlas Ziemassvēkos, un īpaši varbūt arī jaunākais bērns varētu atbildēt, kādas ir vēlmes. Она не хочет разговаривать, она очень смущается. Виня лет каутра я сбет, но варбут масса полетит. Может, попробую. Она бы хотела себе скетч-маркеры. Ага. Распался специал, это зимешина, скетч, зимешина, маркер, лайком какая-то зиму, или это специал. Я левер это зима это. Наталья, кассир, Pats grūtākais, kas jums šobrīd ir jāpārvar? Вы знаете, все время думаешь не о том, что нужно тебе, а о том больше. Ты одной ногой находишься там, где твои близкие, потому что там родители есть, сестры, братья и старший сын. И мы все время ищем, как им помочь. Вот мы как-то меньше думаем, что тебе нужно. Мы в безопасном месте, мы поняли, что у нас все есть. Мы все настолько ощутили временность присутствия в этом мире, что всякие вещи, ценность, детки, да, детки, да. Я могу сказать, что очень сильно изменилось... Вот менталитет у детей изменился. Вот если, допустим, Женя, которым вот сейчас здесь, ему 16 лет, он был очень перспективный кларнетист. То есть он очень перспективный, на высоком уровне шел. Он даже должен был сразу после школы идти в консерваторий. И когда он сюда приехал, то он настолько изменил свое мировоззрение, что он пошел у вас в профессиональный спорт. И теперь он здесь собирается поступать в спортивный институт. Поэтому у него износ в его 47-х размере кроссовки. Да, вот это то, что я могу сказать, да, про детей. Это спортивные вещи и кроссовки. Вот я хотел бы кроссовки.
Желательно в несколько пар. Скундзе истаст, ка приоритатс ир льоти майниешес, он вини виси перms дома ари пар тем цилвекем, кас ир палика Украина, он радинеки, пазиня, он бе тая паша лайка, ка виньем пашием атродоties шея дрошība, он ит ка винь сапрот, ка вис виньем ир, бет тас приоритатс ир майниешес, он ари вецакаем дэлам, кас профессионал нодарбоес ир музика, спелая кларнеты Украина, он плануеас иестаties музикас академия, шеет майния саву ведоки, он тагад профессионал нодарбоес ир спорту, он tagad viņam Ziemassvētkos vislabāka dāvanā būtu jaunie sporta apavi 47. Izmērā. Saziedosim mēs tos apavus. Saziedosim mēs gan apavus, gan to marķieri. Bet te ir trīs bērni, tāpēc vajag arī pajautāt, ko tu vēlētos Ziemassvētkos? Nu, это очень сложный вопрос, потому что я понимаю, что вот таковых увлечений даже у меня их нету и не было. И, наверное, для меня было бы хорошим подарком просто деньги какие-нибудь, потому что я, когда провожу время с друзьями, мы постоянно где-то там сидим, какие-то деньги тоже расходуем. Вот, так что что-то вроде этого. Это не отбьет, ка тагад вини нав какаду профессионал нодарбошанас ва aizraušanās, bet tieši šajā laika vini ir ļoti svarīgi pavadīt laiku ar jauniem draugiem un viņa satiekoties kādās vietas terē kabata nauduņu, tad viņa labprāt gribētu saņemt kādu kabata naudu, kuru varētu terēt, labi pavadot laiku ar jauniem draugiem Latvijā. Tas arī ir ļoti svarīgi īstenībā. Tieši pavadīt laiku ar draugiem, man liekas, ka tā ir labākā terapija, kura ir iespējama šajos apstākļos. Paldies par jūsu stāstu, paldies, ka jūs atnācāt pie mums, un es gribu jums novēlēt turēties tikpat cieši kopā, kā izskatās, ka jūs jau turaties. Ďakujem za zaprošanja. Мы дуже полюбили Латвию. Es pateicamies par ielūgumu un par atbalstu un visiem priecīgus Ziemassvētkus. Latviju te ir ļudei, zvičaini. Priecīgus svētkus.